Когда команда «Спартак ДЮСШ» проведет очередную встречу в рамках чемпионата Вологодской области по футболу? 7 числа мы выезжаем уже в выезд. Значит, выезжаем в город Вельск. 7 играем с командой города Вельска Архангельской области. А 8 там же на стадионе города Вельска встречаемся с командой из Верховажья. Команда по Важде. Вот, можешь еще дальше продолжить. Вторая домашняя игра будет у нас уже 15 июля. К нам приезжает команда Тотьма из города Тотьма. Так что время начала игры в 14 часов. Так что также приглашаю. Ну и хочется сказать, если есть возможность для наших телезрителей устюжан, день города, который будет проходить 21 июля, мы также попросили сделать домашнюю игру. То есть также будет областная игра. Время в 16 часов. Приезжает команда уже из Вельска, команда «Труд». Классический, спортивный, кэжуал, неважно какой стиль ты предпочитаешь. В магазине мужской одежды все для мужчин есть. Качественная и современная одежда для любой ситуации. Выбери свой стиль с магазином «Все для мужчин». Адрес: улица Красная, 130А, за Сбербанком.